Вот ближайшее поселение Восточных Королевств. Ваш дом в паре километров отсюда. Напомню вам, что противников короны в королевстве довольно много. Следует лишь правильно найти к ним подход. Чиби, если будут вопросы или нужна будет помощь, призови Халёна, и он все нам доложит. Вопросы есть прямо сейчас. Как мне, сука, вернуть свои роскошные патлы? Да ладно, зачем они тебе нужны? В таком виде ты легко сможешь проникнуть в круг католиков. Ну или они кругом проникнут в тебя. Смейтесь, смейтесь, идиоты! Земля круглая! На Рутюсе в Лордеронских лесах есть целительный источник. Наведайся туда и искупайся в его водах. Надо же, как подрос наш малыш. Пришло время крещения. Да пошли вы, сука! Ребят, он таки ваш друг? Почему вы так жестоки? Ну потому и жестоки. Он же наш друг. Прекращайте этот балаган и давайте займемся делом. Коль Чиби пошел к источнику, он сразу узнает, кто обитает в лесах королевства. Зод, ступай на восток. Там местная ферма, которой король установил очень жестокие налоги. Там ты явно найдешь однодумцев. Аказа, на западной части королевства поселение рыбаков и портовых работников. Погляди, чем они могут помочь. Погодите, так это получится, что мы просто помогаем эльфам. Я, конечно, люблю свой народец, но не в тот момент, когда спер у них главную расовую реликвию. Мы не можем сразу раскрыть вам всех карт, ибо вы начнете вести себя неестественно, и это отпугнет того, кого вы ищете. Решение найдет вас само, главное, дайте начало поискам. Опять эти сраные шарады. Забей! Никогда такого не было, чтоб тебе, сука, прямо сказали, что от тебя хотят! Долго ждать не придется, друзья. Но охренеть можно. Такое чувство, что мой мозг проживали и выблевали на место. Смирись. Обычно тактика пальцем в небо самая действенная. Надеюсь, на той ферме есть запасы певчанского. Меня от изумрудного сна в эльфийский клонит. Будем надеяться на лучшее. И что же малыш забыл один в такой гуши? Король! Я не... Ох, мать твою! Я потерялся, не знаю, как дойти до дома. Вот выбрался повыше, чтобы поискать выход. Не переживай, дитя, мы проведем тебя до замка. Времена сейчас неспокойные, леса кишат врагами. С нами ты будешь в безопасности. Но я не... Это приказ. Нечего рисковать новым поколением в моем королевстве. Плохи дела. Я не понял, а где поселение рыбаков? Где портовые рабочие? Смылись отсюда! Из-за тебя, что ли? Медведи так боятся. Идиот! Буквально смылись! Прилив, сука, был! И таверна моя была! Я хотел уйти красиво вместе с ней, как капитан тонущего корабля. Но моя бочечка решила иначе. Она потянула меня наверх, спасая мне жизнь. Алкоголь в который раз меня выручает. Судя по тому, что бочка всплыла, она была пустая. Так что формально алкоголь в твоем жирном пузе тянул тебя на дно, а спасла тебя древесина. Рот свой замолчи. Такую историю любви портишь. Ну так и чё, в живых никого не осталось. Нет, но есть и плюсы. На трупы сбежались мурлоки. Из них получается отличная тарань. Тарань? А певчанского случайно не осталось? Нет, я все выжрал. Надо найти, где бы стырить ингредиентов. Точно! У меня квест для тебя! Я не герой, а обычная пехота. Выполнение мне нихера не даст. Дам тебе купон на бесплатную кружку в день пожизненно. О чем речь? Кого убить? Куда идти? Что украсть? Мне нужен солод, хмель и дрожжи. По мешочку найди, а дальше я разберусь. Уже в пути. Алкоголь лучший магнит для друзей.
Эльфы! Эльфы у фермы! Да завали ты свое железное хлебало, мудак! Я свой! Ага, вот так всегда! Сначала я свой, а потом тебя находят с заточкой в жопе! Да хули вы все такие стереотипные? Не нужна мне твоя жопа. Я ищу людей, что желают мира в королевстве. И судя по тому блеску, что я вижу в поле кукурузы, вы отнюдь не бравые воины, а сыкливые дезертиры. Да мне как-то не очень хочется биться за королевство, что не дало мне ни хрена, кроме налогов. А кем ты работал? Нигде. У мамки на шее сидел. И ясно, такие помощники мне явно не нужны. Иди в свою кукурузу, засранец, прячься, пока эльфы не найдут тебя и не утопят в реке. Сука! Да что ж имеют, то с обеих сторон! А вот так. Будешь железной версией Райли Рид. Эй, колдун! Я знаю, что ты ищешь! Следуй за мной! Ага, решил сдать меня страже и заработать. Золото не представляет для меня ценности. Коль желаешь выполнить свое предназначение, иди за мной, идиот. Ля, у тебя голос охрип. Стрепсился, пососи, что ли, дружок? Ты пососешь Бебру и Стража, и его коня, если не прекратишь херней страдать. Аргумент более чем мотивирующий. Веди.